Удивительный и даже сказочный по своим возможностям центр профессий парка будущего ВДЦ «Смена». Только в отличие от сказки, здесь все реально. Целый мир новых, удивительных, современных технологий представлен для мальчишек и девчонок в специальных отраслевых павильонах-кластерах. Все участники профориентационной смены «Город мастеров» могут посещать направления: строительство, транспорт, информационные технологии, сервис и дизайн, промышленность и профессии будущего. Например, сменовцы могут научиться управлять беспилотными авиационными системами. Это довольно редкое и узкое направление среди профессий. Участников образовательной программы обучают сборке квадрокоптеров, а после доверяют настоящие дорогостоящие дроны, которыми можно маневрировать на открытом пространстве. За весь курс сменовцы получают колоссальную базу знаний по диагностике и управлению разными видами беспилотников. И когда вы летите, то есть вам надо, допустим, повернуть влево, вы левым стиком поворачиваете в эту сторону, то есть влево и вправо, то есть приблизительно следующим образом. Немалый восторг у сменовцев вызывает компетенция ремонта и обслуживания легковых автомобилей. Знания, которые здесь получают ребята, точно пригодятся в жизни. Получить первоначальные знания вождения, получить знания правил дорожного движения, также они узнают принцип работы электрического автомобиля. Я увлекаюсь машинами, знаю все марки и умею различать их очень хорошо. И у меня мама водитель, поэтому я выбрала, чтобы помогать в будущем. Что интересно здесь? Здесь интересно рулить, интересно понимать то, что ты уже в малом возрасте уже почти умеешь как-то хоть водить машину. С любопытством дети и подростки рассматривают, а после посещают компетенцию обработка дерева на станках. За время смены проходит 12 занятий. На первых уроках обучают технике безопасности, работе на таких станках, как электролобзик, сверлильный, шлифовальный и токарный. Все дальнейшее время посвящают обучению и творчеству. Завершает курс коллективный экзамен. Технологии фармацевтического производства изучают те, кто готов погрузиться в мир последних технологий фарм-индустрии. А вот компетенция графический дизайн чаще всего интересна тем, кто любит погружаться в процесс визуального общения и решения задач с использованием типографики, фотографии и иллюстрации. Мы изучаем программы Adobe Photoshop и Adobe Illustrator. Ребята учатся посредством изучения программ разрабатывать свой собственный проект фирменного стиля. Они с нуля разрабатывают, какая у них будет компания, то есть они заполняют бриф, делают эскизы. После этого они начинают изучать теоретические основы графического дизайна, разрабатывать это все более детально. Также учатся работать в программах, учатся основам компоновки, работы с типографикой, сверсткой, вот. Учатся конвертировать файлы в разные форматы, чтобы потом по приезде домой распечатать их и повесить у себя дома. Я увлекаюсь рисованием, и мне это очень нравится. Я бы хотела создать, ну, свою, например, одежду или какой-нибудь что-нибудь связанное с дизайном. Сложно это еще? Нет. Для меня это очень интересно. А что интересно, я думаю, не бывает сложным, если приложить к этому достаточно усилий. Напомним, парк будущего – единственный в России учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий.